Это ты постоянно ставишь дизлайки и пишешь плохие комментарии? Да-да, это я сам, и что ты мне сделаешь? Так, Дарк, давай-ка, за борт его. Да, за борт, все. И так будет с каждым, капитан? Да, с каждым. Особенно с теми, кто не успеет поставить лайк за 5 секунд и подписаться на мой канал. Вы готовы, друзья? Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять! Что ж, ну а те, кто не успел, мы идем за вами. Ха-ха-ха-ха. Хей, ребята, всем привет! Я запустил новый канал с мультиками про монстров Тревора Хендерсона. Он называется «Сирена Студио». На этом канале уже вышел первый мультик «Сиреноголовый против Домоголового». Обязательно его зацените. Ссылочка, конечно же, находится в подсказке и в описании. Ого, вы, ребята, только посмотрите, сколько мультяшных котов. Вы, наверное, спросите, зачем нам столько? Зачем нам такое количество картун-кэтов? Их, кстати, здесь целых 15 штук. А все потому, что у нас сегодня будет новенькая рубрика на канале, называется ACP-маскировка. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Слайкмастер Дарк, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Гаррис Мод. Здарова, народ. Наверное, ребят, некоторые из вас помнят такую рубрику, у меня она тоже на канале была в Брикриксе, и в целом там в GTA 5 и других играх у многих-многих ютуберов называлась «Городская маскировка», где игроки прятались среди NPC, а другой игрок пытался найти вот этих вот фейковых NPC. Например, есть локация, много-много NPC, которые ездят на машинах, и двое-трое игроков садятся в машины и выдают себя на машинах под видом NPC. То есть они, ребят, ездят по правилам ПДД и так далее. А сегодня у нас, ребята, будет что-то типа городской маскировки, только с монстрами Тревора Хендерсона. Да, ребят, ACP-маскировочка. Не городская маскировка, потому что мы сегодня, ребят, будем не совсем в городе. В каком-то, смотрите, лесу даже это больше. Лесная маскировка. Ну и сегодня у нас, ребята, будет первая пробная серия с картун-кэтами, с мультяшными котами. Если вам, друзья, эта рубрика понравится и вы захотите продолжение, мы еще, ребята, снимем на многих-многих других локациях, не только в лесу, и с другими монстрами Тревора Хендерсона. Например, с сиреноголовыми, картун-догами, картун-маусами и многими-многими другими. Ну и, ребята, суть этой рубрики. У нас есть мультяшные коты, которые NPC, то есть боты. Они, ребят, сами по себе могут двигаться, когда у них будет включен интеллект. На данный момент искусственный интеллект, вы видите, выключите и выключен. Соответственно, они, ребят, стоят на месте. И как только мы его активируем, коты начнут ходить. Я вселяюсь в мультяшного кота, в любого, абсолютно любого. Дарк, конечно же, не знает, в какого именно. Наши, ребят, коты начинают ходить. Я себя выдаю под видом этого NPC мультяшного кота. Тоже, ребят, хожу, делаю всевозможные действия. И стараюсь притворяться NPC. Здесь еще раз повторюсь, целых 15 мультяшных котов. У Дарка, ребята, будет 7 попыток, чтобы угадать, какой NPC фейковый. Возможно, знаете, от того, как пойдет игра, мы будем менять правила. Да, ребят, конечно же, это все-таки первая серия. Мы сейчас думаем поначалу. Вот, и как-то игрок себя будет выдавать. Да-да, ребята. Ну и также, конечно же, мы, ребята, с Дарком еще поменяемся. И Дарк тоже будет играть под видом NPC, под видом мультяшного кота. А я буду угадать, какой из мультяшных котов не настоящий. Вообще, да, друзья, такая прикольная новенькая рубрика на канале. Что-то типа русской рулетки, только тут, ребят, больше не интуиция решает, да, а именно логика. То есть ты смотришь... Наблюдательность. Конечно же, да, ребят, наблюдательность. То есть ты смотришь на действия этих мультяшных котов или каких-то других монстров и пытаешься вычислить ненастоящего картун-кэта. С вас, друзья, много-много лайков, давайте наберем 5000 лайков до этой серии, и, ребятки, выйдет вторая серия этой рубрики. Больше, ребята, не будем томить, не будем вас задерживать, вот такое длинное предисловие, чтобы вы поняли правила, и мы начинаем. Так, все, ребята, Дарк там находится, он не подглядывает, надеюсь, по крайней мере. Так, у меня выбор из 15 котов. Дарк, ты не смотришь? Не подглядываешь? Точно, точно, точно. Да, да, да. Так, давайте, ребята, спрячемся в абсолютно, я думаю, рандомного, например, вот этого. Так, вы готовы? Раз, два, три. Все. Началось? Да, началось. Так. Слушай, это сложнее, чем можно представить. Сложнее? Намного? Да. У тебя не забывай целых 7 выстрелов. Вот он так два кота забавно столкнулся. Я не знаю, про что ты говоришь. Да, но тогда, знаешь, первым делом попробую убить этих двоих. Ё-моё, сразу двоих убил? Да. Я хотел один выстрел сделать, ну ладно. Тогда, ребят, у Дарка сразу же минус 2 попытки. Ну, чтобы было честно, получается 5 еще выстрелов. Ну да. Значит, ты не среди них был, да? Не-не-не-не. Ребят, 5 выстрелов. Наконец-то сегодня Дарк проиграет! Наконец-то этого дождался! Наконец-то, ребята. Дождался, говорю.
Вы помните, в рубрике ICP-рулетка постоянно Дарк, ребята, выигрывал. Почему таким-то образом? Забавный кот все время на дерево залезает. Ту-ту-ту-ту-ту. Ой, его переглючило. Ты думаешь такой, о, сейчас будут залезать без конца на дерево? Поэтому Дарк подумает то, что да. Это я, ой, точнее, это не я и такой все. А нет, Дарк, это не я. Да как же так? Вот так вот. Так, у тебя получается еще 4 выстрела. Блин, ребят, вообще, если честно, я не хочу ничего особо говорить, комментировать. О, свои прикинь, действия. Что там кот один делает? Он, короче, на дерево залез и как-то прыгает с него. Прыгает с дерева? Да, там, где много деревьев, короче. Прикольненько. Не знаю, про что ты говоришь. Ребят, ничего не буду комментировать, но реально, потому что я могу легко спалиться, буквально не то, что-то скажу, и Дарк такой сразу такой, все, это он, это 100% он. Но я, кстати, изучил поведение мультяшных котов, прям досконально, пока мы тут, ребят, готовились, и вроде как я понял, как они себя ведут. Вроде я сейчас максимально себя как NPC веду. Прям по максимуму, ребят, как NPC. Я не могу отличить тебя, реально. Ребята, вжился в роль бота, знаете? Чтобы быть ботом, нужно думать как бот. Чтобы быть NPC, нужно думать как NPC. Чтобы быть мультяшным котом, нужно быть мультяшным котом. Мяу! Мяу! Ой, ребят, что-то как-то слишком, по-моему, я в роль вжился. Чтобы было проще думать, я сделаю вот так вот. Разделю их на две части. Так, сколько уже попыток использовал? Вроде, ребята, Дарк уже использовал целых 3 попытки. Ну да. Так. Ну что, Дарк? Да в смысле? Как что? Ты? Ребят, как он меня угадал? Я же специально тебе уходил. Как ты меня угадал? В смысле? Это всего лишь была 4-я попытка. Да как? А пятая. А пятая? Да. Блин. Ну я прям максимально... Ну тут тебе чисто повезло, да? Признай. Вообще повезло. Mm-hmm. Это невозможно. Я ребят, тебе... я тупо думал. Ходил как мультяшный кот. Знаешь, с теми же самыми паузами. Такая была, знаешь? Я думал такой, типа скажу, о, смотри, что там те коты делают, вот я думал, что типа такой дернешься. А, Дарк, вот, ты, наверное, да, забыл, кстати, у тебя есть 3, так скажем, супер таких вот возможности. Ты можешь спамнить 3 NPC и смотреть на реакцию котов, какие там будут его атаковать, какие не будут. А-а-а. И таким вот образом, возможно, вычислять меня. Ну, ребята, Дарк не воспользовался сейчас этой возможностью, да, способностью своей. А я, ребята, обязательно воспользуюсь, и давайте я теперь буду искать Дарка, а Дарк будет притворяться мультяшным котом. Так, теперь давайте я, ребята, буду искать, а Дарк будет прятаться в мультяшном коте, будет притворяться Cartoon Cat'ом. Так, ребят, смотрите, вот 15 наших Cartoon Cat'ов, мультяшных котов. Так, ты готов? Все, я отвернулся, не подглядываю. Хорошо, хорошо. Давай, прячься. Все, спрятался. Врубай и на счет 3, 1, 2, 3. Все. Ага. Блин, ребята, это реально нелегко, смотрите, сколько их. Так. Ну, возможно, блин, возможно. Побудь в моей шкуре. Так, ребят, 7 выстрелов, это очень даже неплохо, очень даже много. Так, вот эти двое залагали, о, они уже разошлись, ладно. Так, ребят, какой же Дарк, а? Какой же интересный Дарк? Догадайся. Знаете, довольно-таки подозрительный вот этот. Нет. Блин, ну как так? Так. Блин, какой, ребят, из этих? Попробуй, угадай. Вот этот, друзья, довольно-таки подозрительный. Нет. Да ну как так-то? Так, ребят, чисто наблюдаем, давайте, за общей картиной. Капец, да, кстати, они разошлись. Видите. Так, ребят, наблюдаем за общей картиной, как там они там ходят. Если что, коты, они ходить должны, ребят, с определенным таймингом, поэтому вычисляем. Вдруг какой-то сейчас кот в неправильный тайминг пойдет, или как-то неправильно себя будет вести, и, в принципе, мы его довольно легко спалим. А вдруг вычислишь тайминг по коту, в котором я хожу я, в итоге все коты будут ходить по неправильному таймингу. Блин, кстати, может быть такое. Вот ты довольно-таки подозрительный. Да в смысле? Не ты? Нет. Минус 3, ребят, попытки. Ладненько. Мне, ребят, кажется, наоборот, Дарк будет в толпе находиться в какой-то. Не прям в толпе, тут, в принципе, толпы особой-то и нет. Мне кажется, он, ребят, да, где будет побольше котов, не поодиночке бегать.
а вот где именно побольше котиков. Так, вот Эд залагал котяра в дереве. Странно как-то. Странно. Ну, давайте мы убьем вот этого. Да в смысле? В смысле, а? Ну как так? Так, наблюдаем, ребята. Смотрим за действиями. Дарк, а что ты молчишь, а? А что мне еще-то говорить? Ты? Да в смысле? 5 ребят уже попыток. Блин, а? Опять сейчас ребят не угадаю, а? Ну что такое? Ну я наблюдаю, это реально, ребята, сложно. Увидите, Спайк, они... нельзя играть в азартные игры, запомни. Да, ребят, в азартные игры лучше не играть, потому что... Это, ребят, не азартные игры, наверное. Так, давайте, знаете, все-таки 2 попытки. Будем прямо вот за каждым следить. Так, ладно. Этот не спалился вроде, кот. Так, этот. Странно. Нет, ребят, NPC, кстати, себя так и ведут. Они как-то, бывает, останавливаются. Так, хорошо, ладно. А ну-ка. Смотри, что-то супер возможности не спал. Ой, зачем я об этом сказал? Точно, ребят, у меня же есть 3 целых дэшки, чтобы испытать наших котиков. Раз, дэшечка. Так, ладно. Это точно, ребята, не дарк. Может, вот это он, а? Ну, давай, испытай. Либо дарк вот этот? Нет. Последняя попытка, блин, ну как так? Так, ладно, у меня есть, ребят, еще одна дэшка. О, уже целых 6 я, ребят, котов завалил, и все равно дарк не спалился. Ну как так? А, еще они там где-то бродят, смотрите, ходят. Так, а ну-ка давайте вот этих вот испытаем. Так, вот этот, ребят, крайне подозрительный. Угадал? Нет. Все, ребят, 7 попыток были израсходованы. И какой ты в итоге? Залезь за него. Я дэшку съел последний, вот смотри, я прыгнул. А-а-а, да ладно, блин. Я наоборот подумал, тот, который дэшку съел, он среагировал, значит, правильно работает, значит, в принципе, не подходи. А, не подходи. А-а-а, блин. Ладно, ребят, получается, пока что Дарк побеждает. 1-0. Давайте я теперь еще раз спрячусь и поиграю. Давай. Мне сейчас, ребята, 100% повезет, я прям уверен. Так, давайте мы, знаете, выберем какого-нибудь вот этого картункета. Ну, вообще, знаешь, без разницы, кого выбирать. Все, я уже врубил ИИ. О, все, я вылетаю. Давай. Ну что, Дарк, как ты думаешь, какой я? Может быть, постоять решил? Нет. Ну окей. Ну я, кстати, прямо изучил, ребят, досконально уже поведение котов. Сейчас. И, кстати, тоже. Знаешь, в чем прикол? Они, когда не видят NPC, я, кстати, ребят, этого не знал, когда они не видят противников, они их, бывает, не атакуют, бывает, атакуют, бывает, нет. Если они как-то боком повернуты, то как-то еще могут проатаковать. А вот если, ребят, спиной, то и не атакуют. Я, кстати, думал, то, что они как-то чувствуют своих врагов. Да, нет. Убил кого-то, нет? Не-не-не. Чуть не того не убил. На самом деле у меня есть идея, как тебя вычислить. Ну и как? Ключевая вещь для того вычисления — это окружение, скажем так. Окружение? Да. Что за окружение? Оп. Нет. Окей. А вот тебе все расскажи, да расскажи. Что такое? Мне кажется, ты вот этот тут котик. Потому что он только что, ты знаешь, отвернул от бревна подозрительно. Нет, это не я. Окей. А, кстати, они реально отворачиваются от бревна, не всегда залазят. Да-да-да. Ну, пока что, ребят, видите, я хожу и даже особо дарка и не вижу. Где он там вообще? Ой, зачем я это сказал? Ой-ой-ой. А может, ребят, как Дарк прям возле меня? Байт. Ой, ничего не знаю. Самое время использовать периферическое зрение, чтобы охватывать... Периферическое зрение? Площадь. О! Да. Получается, сейчас высоко? Наблюдаешь за всеми? Да. Кстати, ребята, я, видите, хожу, и многие коты залагивают в деревьях и пытаются туда залезть. Некоторые там в пеньках застреют, я видел, ну, до этого. Некоторые просто стоят в дерево, уперлись. Глупенькие, конечно, наши, ребят, коты.
Да, интеллектом не блещут. Ну это, ребят, пока дэшки нету. Точно, ребят, у Дарка же есть дэшка. Ой, зачем я это сказал? Ты мне подкинул только что прекрасную идею. Какую? У меня есть способ, как тебя вычислить, но ты пока не даешь мне его использовать, однако... А как я тебе могу дать или не дать? Я даже не знаю, что за способ, Дарк. Как? Как я могу не давать этот способ использовать? Кажется, только что спалился. Это не я. Нет. А почему? Что? То есть Дэшка стреляла в спину этому, которому было пофиг, он уходил? Что? Ну я же не говорю, в спину бывает, они вообще никак не реагируют. Сколько уже попыток использовал? Ой, если честно, надо посчитать. Вроде как это пятая уже попытка у тебя. То есть подожди, ты сейчас заспавнил Дэшку, и она стреляла в спину коту? Да, и он вообще никак не реагировал. Нормально так. Прикольно, прикольно. Ну-ка. Ну, кстати, когда они начинают стрелять, вроде как кот должен по-любому среагировать. Но, видимо, что-то багануло, я даже не знаю, если честно. О, Cartoon Cat, смотрите, ребят, убил кого-то. Да, Дэшечку. Вижу, вижу, вижу. Дарк, у тебя всего лишь 3 попытки. 5, 6 и 7, все. Попытки заканчиваются. Давай, давай, давай. Ну и где ты? Ой, ребят, я ж Дарка вижу. Ой, точнее, я его не вижу. Ничего не знаю. Не-не-не-не. Кажется, вот ты. Нет. Я, ребят, приближаюсь к победе, серьезно? Да, приближаешься. Но котов все меньше и меньше. Это похвально. Ту-ту-ту-ту-ту. Па-па-ра-па-пам. Та-та-та-та-тан. Та-та-та-та-та. Ты помни, где-то потерял еще кота. Тай-та-та-та-тай. Та-та-та-та-тай. Я, ребят, специально особо ничего не говорю. Хотя нужно, ребят, было, в принципе. А, спалился! Блин! Ты убил и кота, и этого. А-а-а, да ладно! А как я его убил? Ты ударил, короче. Коты обычно едят, вот, они друг друга не убивают. Не-не-не, они бьют, ты, не-не-не, они бьют. Не знаю, ну ты, короче, прям так ударил, вот, и убил кота, я увидел. Я и Дэшку убил, и кота! Блин, ребята, это подстава, ну что? Котяра, глупый котяра, ну как? Вы видели, я нормально как бы среагировал. Я прям реально подбежал. Отменно, вот. Ну вот раньше просто, знаешь, я вот ставил тоже Дэшек, и коты, когда их убивали, они друг другу урон не наносили. Вот. Ты прям сейчас как долбанул, и смотрю, кот упал. Смотрите, думаю, ребят, берем кота, берем, давайте, вот, например. Мне прям просто теперь интересно, как так? В смысле? Я нормально отыграл, все. Вот это вообще поставок. Блин, ребят, игра просто против меня. Она не хочет, чтобы я выиграл, понимаете? Вот, смотрите, ребят, хватаем. Надо было съесть, да, блин. Да-да-да. Блин, а? А ну-ка. Да, я могу убить. А съесть, кстати, я кота могу? А съесть, по-моему, не можешь. Смотрите, ребята, друга они не могут съесть. Блин, надо было про... Ну, теперь, ребят, буду знать. В следующей серии обязательно мы этим, ребят, воспользуемся. А что с котом? Ты посмотри, как он стоит. У тебя он так же? Видимо, решил стать. Он мне отжимается. Да. Ну, короче, да, ребят, такая прикольная новенькая рубрика на канале. ACP-маскировка по типу городской маскировки, которая была раньше. Городская маскировка реально была уже давно. И вот сегодня мы, ребят, что-то наподобие устроили. Городской маскировки, только с монстрами Тревора Хендерсона. Пишите, кстати, как назвать эту маскировку, ребят, эту рубрику. Мы решили назвать ее ACP-маскировка. В общем, да, друзья, вот такая прикольная рубрика. Сегодня я был мультяшным котом и притворялся им. А Дарк меня пытался угадать, какой, ребят, не настоящий мультяшный кот среди 15 котов. И потом, ребят, наоборот, Дарк притворялся мультяшным котом, а я пытался угадать, какой же NPC, так скажем, не NPC, а ими, ребят, управляет Дарк. Какой кот фейковый, не настоящий. В общем, да, друзья, такая у нас сегодня получилась прикольная серия, вот такая, ребят, прикольная рубрика. С вами, как всегда, были Слайк Маст и Дарк. Всем, друзья, пока-пока-пока. Пока, народ.